мы с вами на... в Лидо Венеции, где открывается 67-я международная выставка кино. Сегодня последние дни, потому что все готовится, и как мы с вами видим, это «Золотой лев», который потом и будет наградой этого фестиваля. Итак, сзади нас вход, где с 1 сентября по 11 начнется просмотр самых известных фильмов участников этого конкурса в Венеции в Лидо. И сейчас, как вы видите, там приготавливают красный ковер, по которому и пройдут все известные актеры со всего мира. А это самая известная терраса отеля «Эль Чальсюр», в котором и останавливаются самые известные дивы Голливуда. И куда мы вас сегодня и приглашаем.